яблочко, видите, какие. А тут стоит теплица, легенда. Сейчас коротко расскажем. 3х4. В одном торце форточка, дверь с форточкой. Коротко, в чем преимущество? Высокая стена, 1,80 м, высокая в коньке 2,80 м, и изготовлены из профильной цинкованной трубы 40х40. Плюс прогоны 20х20. Отлива все, обрамление. Здесь будет стоять обрамление вокруг. Такие вот преимущества. Мощная, надежная, шикарная. Просто теплица. Просто шикарная. На фундамент. Смотрите, если у вас ленточный фундамент, ставится вот такой уголок. Отлив. Длину. Обратите внимание. Видите? Так вот. Видите, вот такой бетонный фирменный фундамент. Придумали. Заказчики. Чуть-чуть ноги, видите, не попали. Парням пришлось снаружи закрепляться. Внутри теплица. Вот здесь, вот видите, тюбель, анкер. Анкер клиновой. Вот такая вот мощная теплица. Яблочки, смотрите, какие шикарные. Прям наливные. Угу. Видите, какая красота. А тут еще, смотрите, какие яблони. Вообще шикарные. Гроздями. А здесь теплица, легенда. Прям шикарно смотрится, да? Михан, пошли рассказывать ваш. Как самый главный монтажник, Михан сейчас расскажет нам, что он тут монтирует. Легенда 3х4. Легенда 3х4. Дверь распашная и форточка в торце. Дверь распашная и форточка в торце. На бетон, отливы. Сейчас все покажем. Стен подвязки еще будет. Система подвязки. Такая шикарная теплица. Фундамент здесь, видите, делали не по нашим размерам. Ноги не попали. Ошиблись. Ошиблись они. То есть сначала сделали фундамент, потом искали теплицу. Но мы вышли из ситуации. Поставили отливы и через них, видите, закрепились. Других вариантов не было. Чтобы было крепко. Одна дверь распашная будет с форточкой. Вторая форточка просто торцевая, и еще система подвязки, да, Миша, будет? Да, все. Поликарбонат, как обычно, премиум класса. Защита сот. Все отлично. Вот такая мощная теплица, красивая. Задавайте вопросы, все расскажем. Еще заливает второй фундамент под такую же теплицу. Видите, рядом будет легенда еще одна стоять. Сейчас ребятам осталось еще обкрутить. Везде яблоки. Видите, еще раз крепить вверх. И коньки. Коньки. Вот эти все примыкания. Стеновые, торцевые, обрамления. Тут у соседей увидел оцинкованную теплицу. Сейчас покажу вам, почему мы красим оцинковку. Здесь оцинкованный каркас. Еще полимерно-порошковый. Покраской красим. Смотрите. Видите? Вот видите, все, оцинкованная труба стоит. Да? Но это не наше производство, сразу же скажу. И вот что происходит. Видите, она начинает окисляться. Тут вот видно. То есть вот это вот все, видите, окисление под поликарбонатом идет. Окисляется труба. И вот такой потом у нее через год-два становится непрезентабельный вид. Даже обратите внимание, продавлено как болтик, это значит тонкостенная труба. Ну, я так понимаю, это свежая теплица второй год, потому что грязь уже под листами есть, но уже начала окисляться. Вот поэтому
Мы оцинковку в чистом виде никому не рекомендуем, не продаем. Вот она даже видно, видите, по трубе белеси. Это уже окисление пошло. То есть окисление трубы. Так вот. И смотрите, все просто закреплено на обычной, которую мы на торцах только делаем. Смотрите, обычный саморез уже продавленный. Ну, поликран хорошего качества, я вам скажу. Плотный. Стоит. Вот поэтому мы красим оцинковку, чтобы не было вот этого окисления и так далее. Другие почему не красят? Потому что это невыгодно. Очень дорогая покраска выходит. Если на стороне, когда мы красились, на стороне не было своей полимерно-порошковой покраски. Очень дорого, дорого. Причем реально дорого. А у нас своя камера. Вот смотрите. Сейчас я вам покажу. Это поближе. Вот. Обратите внимание. Вот оно, видите, идет перфолента, тут торцевой профиль одевается, это защита сот, чтобы туда ничего не залезло, мошки там, червячки и так далее. Так, ребята сказали, что надо яблоков поесть, но многим не нравится, когда в эфире кто-нибудь жует, так что мы не будем жевать, мы уже съели пару яблок, попозже поедим. Жарко вообще сегодня, очень жарко. Видите, в каких условиях приходится иногда работать, в очень стесненных, когда все растет, цветет. Никакой опалубки. Да, можно на брус поставить. Главное его антисептировать. Мы вот, например, брус, который устанавливаем, антисептируем в камере в своей покрасочной. Антисептиком биощит. Но всем рекомендуем все равно потом делать обслуживание, то есть еще пропитывать антисептиком. Через год-два. И вот посмотрите, крепление поликарбатами, предыдущее снимал, видите, шайбами, большой шайбой с саморезом. Только петли крепятся на такие, 5,5, и еще где-то на дверях, где не подлезть. Ручка замок, вот такая устанавливается, двухсторонняя, то есть можно снутри открыть, можно снаружи. Регулируется. Готово. И на двери то же самое. Видите? Потом крепится поликарбонат, и здесь уже одевается обратка. Обратная сторона. Ну что, пойдемте с этой стороны. Сниму. Всем огромное. Смотрели нас, спасибо огромное. Подписывайтесь, пишите, ставьте лайки, комментарии. Вечером сделаем пост о теплицах легенда. Всем огромное спасибо и пока-пока. Многие спрашивают, как монтировать конек. Все очень просто. Залазите на теплицу и монтируете. Вот так вот. Ничего сложного нет. Снимаете ботинки. И вперед на крышу, в носочках или босиком, кому как удобнее. В крапиву сел? Ты что там, Леня, с голой жопой ходишь, что ли?
Ну, смотри, как у нас монтажники в крапиве даже. Это так весело, весело у нас вообще. Витаминов хапал.